здравствуйте. Вы все так со мной здороваетесь, как будто меня знаете. Мы со всеми взрослыми так здороваемся. Вы же взрослая, да? Да, конечно, я взрослая. Роза Ивановна Макогонова. Советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Необыкновенное лето», «16-я весна», «Взрослый нет, сын», «Миргород и его обитатели», «Выкуп» и других. В кино буду ходить. Только я кино больше люблю, потому что у нас новые танцы никто не умеет. Всегда приходится за кавалера танцевать. Ну, хорошо. Тихо. Успокойтесь. Да вы прекрасно подготовились к уроку. Ни пуха, ни пера. Была женой кинорежиссера и актера Владимира Басова. Впоследствии они разошлись. Скончалась актриса в возрасте 67 лет от инфаркта. Похоронена в Москве на Хованском кладбище. До свидания, Андрюша.